Да. Молодец. Да. Что значит не хватает до единицы? Это значит, наше число это единица минус 1995. А это число, это единица минус 1996. Да. Ну и первый вопрос. Что больше? 1995 или 1996? 95 больше? Да. Потому что когда делишь на маленькое число, получаешь больше ответ, да? Ну а поскольку здесь минус стоит, то что? Значит, вот это меньше. Видишь? Спасибо, все правильно.